Впервые публично признал потери в войне против Украины, а Министерство обороны РФ признало, что атакамсы прилетели точно в цель. Неужели Кремль готовит россиян к поражению? И что имел в виду Залужный, когда говорил о начале Третьей мировой войны? Об этом будем говорить прямо сейчас в нашем стриме. Меня зовут Анастасия Нарицына и Давид Шарп, израильский военный аналитик, вместе со мной. Давид, здравствуйте. Ам Исраэль Хай. Здравствуйте, Анастасия. Традиционно огромное спасибо за слова поддержки. Это очень и очень важно. По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области. И это заявляет не украинский генштаб, а, что очень сильно удивительно, об этом пишет российское Министерство обороны. В ведомстве сообщили, что 23 ноября 5 ракет «Атакамс» атаковали позиции зенитного дивизиона С-400, и 2 ракеты достигли цели. Среди личного состава есть пострадавшие. Кроме того, пишут и о том, что 25 ноября был нанесен удар ракетами «Атакамс» по аэродрому «Курск-Восточный», населенный пункт Халина. Одна ракета достигла цели, легкие ранения получили 2 военнослужащих. Министерство обороны также заявило, что они якобы уже готовят какой-то очень огромный ответный удар. Давид, а почему МинРФ сообщает о том, что прилеты все-таки были, могли бы сказать, что это снова обломки, ну а во-вторых, почему они подтверждают их? С одной стороны, и скорее всего, они преувеличивают количество использованных ракет, хотя здесь я не очень уверен, безусловно, преувеличивают свой успех во всем, что касается перехвата, и, видимо, преуменьшают потери. Но это на самом деле интересная и показательная вещь. Я думаю, что они делают это не потому, что в телеграм-каналах и Z-военкоры, причем российская сторона, там это и так описывается, и умолчание, мол, ударило бы по репутации Министерства обороны России. Скорее всего, не так. Я думаю, что они готовы и желают поддерживать вот эту вот уровень эскалации, медийной эскалации, которую, собственно, они в заметной степени начали. Я имею в виду, начали после разрешения Байдена бить по Байдена и британцев, и, видимо, французов, бить по российской территории. Это ядерная программа изменения, это Орешник и заявление Путина. Так вот, они решили не спускать это дело на тормозах. А раз не спускать на тормозах, то они признают удар с определенными последствиями западного оружия для себя, чтобы подготовить почву, медийную почву для каких-то действий, которые они преподнесут как ответ. Так мне это выглядит. Предположительно, не знаю, что имеется в виду, повторно, что-то повторное с Орешником, возможно, массированный ракетный удар по Украине. С другой стороны, массированный ракетный удар по Украине наносились удары достаточно регулярно и многократно, без того, чтобы это было каким-то ответом. Впрочем, и это они иногда пытались выдать за ответ, если я не ошибаюсь, в свое время начало атак на украинскую энергетику было объяснено как ответ на подрыв Крымского моста. В общем, что-то такое. Я думаю, что это почва для пресловутого ответа и вообще поддержание шкалы эскалации, причем эскалации, в первую очередь, медийной и направленной на запугивание Запада и на будущую администрацию Трампа, чтобы она с еще большей осторожностью, как они думают, и ответственностью подошла к вопросам помощи Украине. А я все-таки думала, что, может быть, есть еще одна причина в том, почему они заявляют о поражении, о том, что достигли целей, чтобы мы, возможно, больше туда не били? Нет, я не думаю, это не должно. Украинцы наносят удар ракеты «Атакамс» или «Storm Shadow», как правило, на основании достаточно серьезных, это я мягко говорю, разведывательных данных. То есть если объект соответствует его ценность, соответствует затраченным ракетам, то в режиме реального времени вычисляется, находится ли он на месте, наносится удар. Это не сообщение российской армии, российских сводках Министерства обороны должны дать понять украинцам, что там на месте происходит. Поражены объекты, не поражены, отсутствуют или присутствуют. Источники информации в этом случае другие, но, естественно, принятие решений по поводу атаки того или иного объекта, я уверен, происходит на очень высоком уровне, когда используется атака на Storm Shadow.
И в первую главную очередь важность объекта, конечно же, наличие разрешения ударить по этому объекту со стороны США или британцев, я так полагаю. Ну и, естественно, оперативные возможности здесь и сейчас. Тут это российские сообщения, я думаю, не имеют значения в данном случае. Власти США нанесли на карту около 200 российских военных объектов, по которым ВСУ могут ударить ракетами атака, пишет Wall Street Journal. И по данным издания, следующей целью для удара могут стать объекты в Ростовской области. ВСУ могут попытаться поразить несколько военных аэродромов, расположенных в этом российском регионе. А, Давид, а там же, если я не ошибаюсь, есть также и командный пункт, куда приезжал главарь Кремля Путин. Насколько это главная цель для ВСУ? И на ваш взгляд, куда было бы больнее всего сейчас ударить по России? Тут нельзя знать, куда больнее всего было ударить. Есть цели высокой приоритетности. Вопрос в том, доступны ли они. Это не то, что был прямо широкий выбор очень-очень важных целей. Выбирай, не хочу. Хотя они, безусловно, есть. На мой взгляд, чисто теоретически, наиболее приоритетными целями являются склады. А понятно, что речь идет о сугубо военных целях, которые были разрешено бить. Это склады с боеприпасами, где их находится большое количество, где есть возможность именно, причем это могут быть довольно банальные боеприпасы, но которые являются, что называется, хлебом и водой для этой войны, то есть на чем все зиждется. Это могут быть более интересные дорогие боеприпасы, но если такие цели непосредственно в банке цели, я имею в виду, либо есть, чтобы они не были эвакуированы, например, или такие, когда поразив цель, например, одной-двумя ракетами, можно вызвать обширную детонацию. У меня на этот вопрос риторически нет ответа. Предположу, что кое-что есть. Конечно же, авиация, находящаяся непосредственно на взлетных полосах, незащищенная, достаточно, это тоже приоритетнейшая цель. То есть даже достать один самолет, будь то Су-30, Су-34, ну то есть истребитель-бомбардировщик, который регулярно участвует в ударах по Украине, безусловно, тоже очень и очень приоритетно. По поводу командных пунктов, важно следующее. Я предположу, что если мы говорим о Ростове, и речь идет о штабе округа внутри города, то я полагаю, что разрешение, я не говорю сейчас даже о целесообразности, есть ли целесообразность или нет, вряд ли есть разрешение бить по штабу округа внутри большого населенного пункта. Меня бы это удивило, однако, иди знай, я не могу быть в этом уверенным, да или нет. И в любом случае удар по какому-либо командному пункту, чисто уже с военной точки зрения, единичными боеприпасами, когда ракета «Такамс» в унитарном исполнении и ракет Storm Shadow украинцев немного. По определению их желательно растягивать на достаточно долгий срок, потому что иди знай, какие цели и необходимость будет потом. Вот недавно британцы поставили несколько десятков ракет, и несколько десятков ракет поставляются отнюдь не каждый месяц, это мягко выражаясь. Так вот, по командным пунктам важно бить только тогда, когда разведка дает почти точную информацию о том, что там находятся те, кто влияют сейчас, здесь и сейчас на происходящее на поле боя. Условно в неком рутинном режиме или полупустом, или пустом атаковать командный пункт нецелесообразно. Так что есть определенные увязки. Ну а что касается цели, раз, как я уже говорил, раз есть определенные ограничения, то, видимо, авиация, если ее где-то можно застать на аэродромах, и склады боеприпасов, а также командные пункты, где находятся непосредственно принимающие решения, это в общих чертах приоритетные цели. Ну, по поводу того, можно ли бить по штабу в городе, тут мы точно не знаем, дали ли нам такое разрешение, но я напомню, что британскими ракетами Storm Shadow мы били по Черноморскому флоту, по штабу Черноморского флота РФ, и как раз они очень успешно тогда сделали это поражение, поэтому все может еще быть. По поводу ответных действий Кремля, о которых заявляет Министерство обороны, я напомню, что после недавних ударов западным оружием по Курской и Брянской области Россия нанесла удар по Днепру новой ракетой средней дальности. А насколько частыми могут стать вот подобные удары, исходя из вероятных запасов таких ракет в России, и насколько это серьезный вызов для нашей системы ПВО? В
В принципе, это серьезный вызов для системы ПВО. Но, кстати, ракеты «Кинжалы» и «Искандер» тоже, и любая баллистика, даже гораздо более примитивная и менее дальнобойная, серьезный вызов, потому что перехватчиков, способных противостоять этой угрозе, категорически мало. Как правило, это системы SAMP-T и Patriot. Их мало, и у них очень дорогие боеприпасы, и, соответственно, перехваты могут осуществляться только там, где поблизости от атакуемой цели. Но Украина большая страна, и когда атакуются цели в глубине территории страны, то просто физически не хватает систем противоракетной обороны. Поэтому «Орешник» здесь ничего особенного в плане физических возможностей поразить цели в том же Днепре, по большому счету, он не добавил. В Днепр можно перебросить, если будет считать командование целесообразным, например, системы Patriot и SAMP-T, тогда где-то в другом месте оголится оборона. Но и в этом случае все равно противостоять этой угрозе очень сложно. Другое дело, что мы не очень понимаем, по крайней мере, я не очень понимаю, насколько точны вот эти разделяющиеся моноблоки, разделяющиеся боевые части, которые атаковали цель. Можно предположить, что они не очень точны. А если они не очень точны, а каждый из них невелик по размерам, то, что он идет с большой скоростью, будучи стальной болванкой, это никакого серьезного значения не имеет, вопреки озвучиваемым мнениям. Значит, важна точность попадания. Если твоя боеголовка примерно равноценна бомбе весом 300 килограмм, а это одна из разделяющихся вот этих вот составляющих, то если она даже от здания попадает в десятках метров, то по большому счету здание всерьез не пострадает. Значит, здесь очень важна точность во всем, что касается этих систем, а ракеты «Искандер» и «Кинжал» более-менее эту точность иногда обеспечивают, иногда нет, поэтому сказать, что «Орешник» что-то добавляет чисто в военном плане для ударов по Украине, я бы сказал, что нет. Единственное, что если бы у него была унитарная боеголовка, более тяжелая весом, скажем, 1,5 тонны, что это больше, чем «Искандер», то в этом случае можно было бы одним попаданием при условии определенной точности нанести больше ущерб. Но это опять-таки очень несущественный фактор, по большому счету. На мой взгляд, «Орешник» в первую главную очередь был использован для того, чтобы попугать Запад. Ничего существенного изменить, несмотря на то, что он сам по себе сложная цель очень и почти недоступная нынешним средствам, которые есть у Украины. Ну, можно пострелять по этим моноблокам ракетами «Патриот», но это бы привело к огромному расходу боеприпасов, дефицитных, каждый из которых стоит от 4 до 6 миллионов долларов, и сомнительному результату. Так вот, но они могут добиться похожего результата, если не сказать лучшего, тем, что у них есть. А у них есть и шахеды, есть и крылатые ракеты, есть баллистика, которая добивает до этих целей. Так что особо тут добавить нечего, кроме того, что «Орешник», по всей видимости, очень дорог. То есть речь идет о ракете, которая, назывались цифры 40 и 50 миллионов долларов. Я не уверен, что такова себестоимость для России. Но речь идет о производной от дорогущих межконтинентальных ракет, некая миниатюризированная версия межконтинентальной ракеты. Она намного дороже «Искандера», намного дороже «Кинжала». Это может быть в самом деле десятки миллионов, и поэтому использовать ее в военных целях с ограниченными результатами, если не сказать никакими особыми результатами в сравнении с тем, что есть и так, целесообразности нет. Есть целесообразность использовать медийно, сколько у них есть, говорят, что совсем мало, говорят, что 1-2. Соответственно, если они хотят их использовать, значит, могут продолжить эту традицию и продолжить привлекать к себе внимание на Западе в первую очередь. И, возможно, продемонстрировать какие-то новые возможности, а не только то, что там было. Но здесь сложно что-то добавить. Еще интересно, что накануне СБУ и МВД западным информационным изданиям показали обломки этой баллистической ракеты «Орешник». Выглядит как НЛО. А насколько важно для нас изучить эти обломки и что потенциально это может нам дать? Это всегда. Обломки вооружения всегда важно изучать. Это дает очень много. Во-первых, естественно, изучать должны специалисты, серьезнейшие специалисты в данной сфере.
Много информации, самые разные. Во-первых, кое-что о характеристиках и конструкции ракеты. Одно дело, конечно же, разведка доложила, там, американская, украинская, доложила об этой ракете, что доложила. Может, кстати, и так информация не исчерпывающаяся, но мы будем исходить из того, что она не исчерпывающая. Поэтому изучение обломков дает несколько моментов. Во-первых, кое-что о тактико-технических характеристиках и, конечно же, о производителях и производителях компонентов. Что тоже важно. Во-первых, иногда это и так понятно, кто производит и кто является, ну, скажем, там, субконтрактор, субподрядчиком. Но, тем не менее, это важно. Важно какие-то даты производства, важно, кто именно что делает. Важно качество, например, кое-где можно сделать выводы о качестве продукции, где-то и о сроках и темпах производства. В общем, каждая мелочь имеет для чего-то значение, для каких-то выводов. А выводы — это о качестве, о количестве, кто делает, что это вообще из себя представляет. Так что да, безусловно, да. И чем больше таких обломков, тем лучше, тем понятнее, тем информативнее. Это ни в коем случае, естественно, не означает, что в данном случае я пожелал, чтобы еще что-то подобное прилетело в Украину. Путин заявлял, что ни одна в мире ракета не может сбить, ни один комплекс ПВО не может сбить подобную ракету. А вот у Израиля есть комплексы, которые могут сбивать баллистические ракеты, ну, что-то похожее на «Орешник»? По идее, да. Мы говорим о ракете баллистической ракете средней дальности, средней дальности верхней планки. То есть ракеты средней дальности летят и на 1200 километров, и тоже это ракета средней дальности, когда ее дальность ограничена этим показателем, и 5499 или 5500 километров. Естественно, более сложные, более продвинутые ракеты сбивать сложнее, это понятно. «Орешник», например, относится явно к более сложным категориям, чем базисная иранская ракета дальностью 1200 километров. Впрочем, у Ирана есть и ракеты тоже более серьезные, чем которую я сейчас упомянул. Так вот, в принципе, в Израиле существует более-менее эквивалентная, кто-то говорит даже в чем-то лучше, не то чтобы кто-то говорит, есть свои преимущества, возможно, есть свои недостатки. Ракета для перехвата за атмосферой в открытом космосе, именно ракет средней дальности. Система называется HEADS-3 на иврите или Arrow-3, Стрела-3. Перехват осуществляется по принципу похожему, как это и реализуется в системе THAAD американской, то есть на высоте где-то там, ну, это секретно, ну, скажем, где-то 100 километров и выше, на большом расстоянии от цели, то есть система способна прикрыть довольно широкий радиус, то есть большую площадь. Это отличие от патриотов и им подобных систем. И перехватывает боеголовку противника до этапа разделения, что тоже очень важно, это дает дополнительные возможности. Но, по идее, эта система как раз адаптирована для перехвата ракет этой дальности. Но, как всегда, насколько бы это было успешно, противостояние, может показать только практика или знание каких-то деталей. В общих чертах и THAAD, и американские системы Aegis морского базирования, израильская HEADS-3, в заметной степени, скажем так, согласно прикидкам, способны противостоять этой угрозе. Но это очень сложная задача. Эта задача требует использования дорогостоящих перехватчиков, каждый из которых стоит от нескольких миллионов до более чем 10. Все это очень непросто и все это дорого. Хотя в данном случае очень дорого и сама ракета «Орешник». Ну, хотя мне кажется, что сейчас очень хорошая возможность проверить как раз эти комплексы, смогут ли они сбивать подобные ракеты, если отправить их в Украину. Но вот тоже СМИ пишут о том, что Украина вряд ли получит от США зенитно-ракетный комплекс THAAD, потому что он очень дорогой, один выстрел из него 20 миллионов, и у США всего 7 батарей, которые уже развернуты, а количество систем, находящихся в резерве или на складах, точно не раскрывает. А вот как вы думаете, Давид, можем ли мы получить, если не от США, то, возможно, от Израиля подобную систему? Такого рода системы, во-первых, их стоит брать на вооружение, в принципе, когда есть очень явная необходимость.
и ты готов на них потратиться очень и очень серьезно. Значит, если кто-то готов дать бесплатно такую систему, а не за счет каких-то других поставок, это, конечно же, было бы более чем приемлемо. Но в данном случае, даже в случае помощи Соединенных Штатов, гипотетически, система ТАД могла бы быть... Она не будет дана, потому что это невозможно по разного рода причинам. Прямо сейчас, в будущем, теоретически может быть. Так вот, она бы была передана Украине за счет по цене, номинальной цене в миллиарды долларов, а я имею в виду и сама система, и перехватчики, за счет других вещей, более важных. Ради того, чтобы бороться с единичными орешниками, может быть, где-то в одной из точек Украины, нет смысла было бы брать вот такую помощь вместо какой-то другой. Значит, теоретически в будущем, естественно, Украине важно будет системы перехвата и такого рода, но они очень и очень дороги. Что же касается, опять-таки, безвозмездная помощь или закупки. Что касается Израиля в данном случае, то мы знаем, что в рамках принятой политики Израиль не передает Украине летальное оружие. Не летальные системы, которые относятся к военной помощи, Украине передавались, и, насколько я знаю, кое-что имеется, в том числе системы раннего предупреждения. Касательно уже совсем, если подходить вот сугубо материально, то такого рода системы из собственного актива разве что американцы могут позволить себе дать бесплатно. Израиль не может позволить себе из собственного актива ни бесплатно, ни за деньги, потому что эти системы важны для противостояния Ирана. И даже если бы за них были предложены прямо сейчас, вот за деньги то, что есть сейчас у Израиля, это все равно не могло бы быть отдано в буквальном смысле никому. Теоретически Израиль может продать такую систему. Эта система стоит очень дорого. И немцы, например, еще до нашей большой войны, и сейчас, кстати, интересно, как все это происходит. С одной стороны, нужно исполнять контракт с Германией, а с другой стороны, производить ракеты для себя. Так вот, немцам продали за 3 с чем-то миллиарда долларов вот эту вот самую систему. Это цены. И с учетом небольшого количества перехватчиков, и тоже важно понимать, что очень массированный удар противника, когда ракет больше, чем перехватчиков, тут все ясно. Даже попытаться поразить все ракеты противника в этом случае невозможно. Как мы знаем, Путин использует в войне против Украины также и северокорейские баллистические ракеты. И вот в Главном управлении разведки сообщают, что эти ракеты КН-23, КН-24, они состоят из иностранных компонентов 23-го года выпуска. Применяемая Россией против Украины ракета содержала иностранные компоненты, производимые компаниями из 5 стран – КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии. Что скажете по поводу этих ракет? Почему нельзя остановить поставки комплектующих из тех стран, которые, по сути, есть нашими партнерами? И партнерами, и даже союзниками. Да. Все упирается, так и хочется сказать, в деньги, но на самом деле не все так примитивно. Россия находится, Северная Корея, в данном случае тут актуальнее Северная Корея, находится под жесткими санкциями. Однако это не значит, что она находится в блокаде. Более того, некая гражданская продукция, даже, насколько я понимаю, я тут уже не знаю, какие нюансы по конкретным номинам, кое-что гражданское может поступать в Северную Корею так, и, естественно, использоваться в военных целях. Но самые примитивные истории, впрочем, не нужно тут утрировать, но когда говорят, стиральную машину разбирают, вынимают какой-то компонент и используют в военных целях. Здесь при ракетостроении, я думаю, что все же не так дело обстоит. Но есть много гражданских комплектующих, всякой электроники, которую можно использовать. И тогда окажется, что, например, брак будет повыше, потому что для строительства таких боеприпасов, как ракет, необходим, конечно, высокий военный стандарт, то, что называется military стандарт, что подразумевает устойчивость к разного рода перегрузкам и тому подобным испытаниям. Но если использовать что-то гражданское, например, или нечто двойного назначения, но доступное на широком рынке, то результат, может быть, будет хуже. Иногда, кстати, и не хуже будет. Может быть, будет хуже. Например, вместо 95% отлично работающих ракет, значит, будет 87 или там 82. Но, тем не менее, это все равно плохо. Да? Результат все равно есть. Так вот, множество гражданских компонентов и даже товаров второго назначения, когда нет физической блокады, попадают в Северную Корею, попадают в Россию по самым разным схемам.
Северная Корея десятки лет живет в таких условиях. И если условную какую-то комплектующую электронную компанию Hewlett Packard можно купить в Китае, то понятно, что если Китай закроет глаза, то она попадет и в Северную Корею. Либо северокорейцы купят ее через подставных лиц, или не через подставных в любой другой стране, доставят к себе. То есть есть вещи, которые никак не предотвратить, если нет в буквальном смысле полной блокады. Но кое-что можно было бы делать. То есть, например, все же вот и тут мы приходим к необходимости изучать обломки, в том числе и вообще работать с точки зрения разведок. Все же выяснять, как эти каналы работают. И пытаться на эти каналы воздействовать. В тот момент, когда участниками схем, даже невольными, являются какие-то структуры, ну назовем это относительно респектабельные, хоть в Китае, хоть в других местах, а структуры это и люди, в том числе, то угроза введения или угроза и реальное введение санкций в отношении этих людей и структур работает. То есть они в неких случаях это повлияет. Но для этого нужно непрерывно в этом плане, в этом отношении действовать, вести вот эту исследовательскую, разведывательную работу и немедля принимать решение. Что бы произошло в этом случае? Все равно, и, видимо, частично происходит, но именно частично. Значит, в этом случае все равно бы корейцы хоть как-то, но получали эти товары, а речь идет не о каких-то военных, скорее всего, комплектующих. Речь идет о гражданских, максимум чем-то второго двойного назначения, что доступно на рынке. Но тогда бы эти цепочки периодически прерывались, и корейцам бы приходилось, кстати, и россиянам тоже, искать новые пути. Искать новые пути — это снова новые схемы, новые подставные фирмы, какие-то прокладки, где-то переплачивать посредникам. То есть что бы это привело? Что все равно стало бы дороже, и были бы перебои, то есть, возможно, объемы производства бы страдали, и были бы какие-то перебои с производством. Я, кстати, предполагаю, что там, где санкциями эффективно более-менее работают, за их соблюдением следят, такое и происходит. Только нам сложно, мы все равно видим результат. Вот Россия делает ракеты или Северная Корея, вот они полетели. Вероятно, если бы ничего не было, никаких санкций, то ракет было бы больше, они были бы лучше, они были бы дешевле. Так что результат, видимо, все равно какой-то есть. Но, конечно, я предположу, что есть над чем работать. Для этого должны быть вот эти механизмы, которые эффективно вычисляют звенья цепи и пытаются воздействовать на звенья цепи самыми разными способами в надежде нарушить нормальный ход событий. Министр обороны Украины Рустам Умеров едет в Южную Корею с просьбой о поставках оружия, сообщает об этом СМИ со ссылкой на свои источники. Как известно, Украина хочет и не против получить от Сеула зенитные ракеты, также артиллерию. Но и местные эксперты считают, что Южная Корея займет выжидательную позицию, наблюдая за военным сотрудничеством России с Северной Кореей и действиями Трампа. Я напомню, что ранее сам президент Южной Кореи заявлял о возможности поставок Украине оружия, если подтвердится, что КНДР все-таки отправляются на войну. А что вы думаете об этом? Сможет ли Украина получить какое-то оружие от Южной Кореи? И если да, то что это может быть? Как все, почти все в международной политике здесь упирается в интересы, как их видит южнокорейское руководство. И понятно, и мы знаем по логике вещей, и потому что было до сих пор, мы видим, что кроме неких законодательных ограничений, которые есть, насколько я понимаю, у южнокорейцев в поставках оружия, таковые, если посчитают целесообразны, можно отменить или ограничить. Значит, есть разного рода стратегические опасения, которые южнокорейцы восстанавливают. Стратегическое опасение номер один — это эскалация с Россией в том плане, что не только в том плане, что Россия довольно, в общем-то, и сосед, по большому счету, Южной Кореи, и это не входит в их интересы. Насколько я понимаю, речь еще идет о том, что несмотря на усиление Северной Кореи из-за вот этого сотрудничества с Южной Кореей, с Россией, они понимают, что в случае помощи Украине, повышения помощи, в этом плане может стать хуже. В том плане, что Россия поставит Северной Корее еще нечто, что повредит безопасности Южной Кореи. То есть вот этот фактор всегда присутствует.
Если они сочтут, что то, что уже Россия сделала, это переход красных линий, и по большому счету не особо бояться или особо опасаться нечего, они, по идее, логика говорит о том, что они тогда должны изменить свой подход. Не должны, а могут изменить. Почему? Хотя бы ради того, чтобы наказать Северную Корею и наказать Россию за действия, вредящие безопасности Южной Кореи. Но это такие рассуждения, которые стоит делать, когда хорошо знаком с местными реалиями. Я никак не могу сказать о себе, что я знаком с их реалиями. Но в общем и целом расклад такой. Если они сочтут ущерб собственной безопасности таковым, который требует ответных шагов, причем демонстративных, и таких, которые нанесут вред России и нанесут вред Северной Корее, значит, они на что-то пойдут. В любом случае, ситуация для них неординарная и подталкивает к принятию подобного рода решений. Но насколько подталкивают, нужно знать местные нюансы. Кстати, нечто подобное, но в меньших объемах, видимо, происходит и в Японии. Для Японии тоже рост возможностей Северной Кореи – это угроза. Безусловно, угроза их безопасности, кроме общего понимания, что желательно Украине помогать. Впрочем, у Японии тоже есть какие-то свои ограничения на поставки оружия за рубеж. Можно рассчитывать теоретически, если южнокорейцы примут принципиальное решение, то у них есть широкий выбор продукции, которая может интересовать Украину. Южная Корея — один из ведущих в мире производителей оружия. Причем что их отличает? Их отличают еще два важных качества. Во-первых, с качества, извиняюсь за тавтологию, у них дела обстоят в основном неплохо, а кое-где даже хорошо и очень хорошо. Во-вторых, они способны производить много. В отличие от многих сегодняшних современных западных производителей, в Южной Корее есть возможность производить и серьезное количество, по крайней мере, ряду наименований вооружений. Другое дело, что они частично загружены на свои нужды, частично загружены по экспортным контрактам, которые для них очень важны. Очень важны как с точки зрения прибыли для предприятий ВПК, так и для того, чтобы застолбить рынки. То есть сложно предположить, что они пожертвуют контрактами, например, ради того, чтобы срочно помочь Украине бесплатно. Но, опять-таки, если у них есть ощущение повышения угрозы со стороны Севера, то, возможно, мы будем свидетелями подвижек. Конечно же, очень важной будет позиция будущей администрации. Нынешняя администрация — это уже классическая хромая утка. Если будущая администрация будет подталкивать Южную Корею к помощи Украине, это одно. Если не будет или будет наоборот, это другое, это тоже важно. Ну и, конечно, я бы предположил, но тут я осторожно предположу, что если уж делегация представительная украинская во главе с министром обороны поехала в Южную Корею, то, видимо, южнокорейская сторона делегацию принимает, то они не ради пустой беседы поехали, а ради чего-то уже конкретного. Как правило, в случае, когда идет война, когда есть важные дела на повестке дня, просто так на другой конец света представительные делегации не ездят, по крайней мере, во многих случаях из знакомой мне практики. Поэтому я бы предположил, что что-то да на мази, но насколько это что-то на мази и как, сказать, естественно, сложно, обстоятельства секретны. Если что-то на мази, то мы, вероятно, об этом услышим. Очень хотелось бы в это верить, но тут еще интересно, смогут ли отправить нам, например, своих военных из Южной Кореи. Ранее была информация, что могут в качестве переводчиков, если будут пленные северокорейцы. Но тут в то же время появляется информация о том, что и Париж, и Лондон возобновили свои дискуссии по введению французских и британских войск в Украину. И также обсуждается возможность создания частных оборонных компаний на нашей территории. Что вы думаете об этом? Могут ли появиться в нашей стране такие иноземные войска? И смогут ли они помочь вооруженным силам Украины в противостоянии с российской агрессией? Во-первых, любая помощь, даже в небольших количествах, она, что называется, благословенна и хоть что-то-то дает. Даже если просто несколько добровольцев или доброволец прибыл на помощь, либо по инициативе страны какая-то помощь, даже символическая. То есть все важно, естественно, только зависит от объемов. Касательно южнокорейцев, мне очень сложно предположить, что они приедут, могут приехать с целью повоевать.
А вот приехать с целью посмотреть за своими, посмотреть, понаблюдать за своими северными соплеменниками, может быть, я не исключаю. Если им это интересно, то почему бы и нет? И в любом случае сказать, что это была бы серьезная помощь Украине, то нельзя. Но в любом случае это уплотнение контактов, и это какой-то да плюс. Если южнокорейские офицеры могут в чем-то помочь, и вообще этот контакт. То есть это такой специфический очень момент. Воевать они точно не будут и чем-то подобном. Касательно частных компаний, это частных компаний, причем частные компании очень часто люди воспринимают так вот с первого слова, что речь идет о каких-то бойцах, которые обязательно должны сражаться на передовой. Частные компании могут решать самые разные вопросы. Например, такой важнейший момент, как обслуживание самолетов или обслуживание какой-то техники, с которой у Украины есть проблемы. То есть проблемы объективного характера. Нет обученных специалистов, либо просто рук не хватает, либо еще что-то. То есть такого рода частные компании, я почти уверен, что есть разного рода места и узкие болевые точки, которых бы они могли помочь, при этом даже не находясь на передовой, хотя, возможно, являясь такими, скажем так, целями для ударов потенциальных. И здесь, в принципе, даже люди могут, граждане разных стран, вообще могут действовать самостоятельно, но кое-где, видимо, это было бы нарушение законов. И вот здесь западным странам было бы проще принять такие решения, дать разрешение, либо не мешать тем, кто хочет и тем, кто может действовать таким образом. В общем, когда мы говорим, например, о добровольцах, которые приезжают и воюют в рядах украинских вооруженных сил, это, в общем-то, не частные компании, но когда страна не мешает, нет законодательства совершенно, то вот, пожалуйста, по поводу войск и разговоры французов и британцев, я их воспринимаю все же именно посылки военных, тем более посылки военных на линию фронта. Что тут можно сказать? Это, на мой взгляд, это попытка такого же медийного давления на Россию. То есть попытка дать России понять, что если она зайдет далеко, то и страны, поддерживающие Украину, могут зайти далеко. Но это разговоры, пока мы с обсуждения. То есть обсуждение, скажем так, это шаг вперед по сравнению с тем, что ничего не обсуждалось. Но вопрос, насколько они близки к такому решению, чтобы послать кого-то в буквальном смысле повоевать, на мой взгляд, они далеки от такого решения. Однако есть кое-какие промежуточные возможности. Посылка инструкторов, собственно, на украинскую территорию. Вот какой-то техобслуживающий персонал не в рамках компании. То есть вот такое вот участие, которое тоже с их точки зрения общественного восприятия тоже достаточно проблематичное решение. Но они об этом уже говорят. Так что в этом плане какой-то шаг вперед. Но от разговоров до практики еще много шагов. И этих шагов они не сделали. По поводу частных компаний, как я уже говорил, здесь легче. И здесь есть простор для маневров. Посмотрим, что будет. За последние 7 дней Россия захватила почти 235 квадратных километров украинских территорий. Это является рекордным продвижением за неделю в этом году, сообщает Reuters. И также они говорят, что всего в ноябре оккупантам удалось захватить 600 квадратных километров. Экс-главкома, а ныне посол Украины в Британии, Залужный, он недавно заявил, что глубокие прорывы на фронте сейчас невозможны из-за технически эволюционного процесса, который должен завершиться в 2027 году. О каком таком техническом процессе идет речь и способна ли на него Российская Федерация? Я, честно говоря, тут не очень понимаю контекста, к чему и чему, и по поводу чего это конкретно было сказано. В принципе, прорывы, если мы говорим вообще в принципе в военных конфликтах, то, естественно, прорывы на фронте возможны, глубокие прорывы. Это зависит от того, насколько одной стороне удастся создать серьезное преимущество над другой, сконцентрировать и реализовать это преимущество. Это очень общая фраза, но никуда эта истина не делась. Причем начиная с доисторических времен и до нынешних времен. Когда речь идет о более равных противниках и примерно равных противников, то да, здесь возможны те или иные ситуации. И мы, собственно, на протяжении этой войны тоже видели во многих случаях, когда на протяжении долгого времени шла позиционная война. Позиционная война, несмотря на попытки наступать, которые не были успешными или почти не были успешными. Почему? Потому что того самого преимущества, иногда из-за допущенных ошибок, а в основном по объективным обстоятельствам, то есть не хватает того, не хватает всего и не хватает третьего,
преимущество не было возможно создать. На мой взгляд, опять-таки, я бы предположил, что генерал Залужный имел в виду, то есть есть некая конкретика, которую он имеет в виду, он имел в виду ситуацию, возможно, когда то самое отсутствие преимущества является неким фактором по определению для одной из стран, а раз так, то даже если она достигает какого-то локального успеха, развить его не удастся, потому что у противоположной стороны есть технологические, физические и иные возможности парировать дальнейший прорыв, и поэтому все в итоге упирается в какие-то действия ограниченного характера и телодвижения, в том числе и благодаря технологиям. Ну, яркий пример, которым очень многие любили оперировать и любят до сих пор, что вот дроны висят везде, и поэтому невозможно скрытно подготовиться к наступлению, скрытно выдвинуть группировку, подготовиться к наступлению, а если делать это не скрытно, то противник увидит, воспользуются своими ударными возможностями, и наступление будет сорвано, соответственно, никакого прорыва не произойдет. То есть во многих случаях такая ситуация реальна. А с другой стороны, жизнь показывает, что и дроны, и великие технологии во многих случаях не позволяют принять или не являются достаточными, чтобы принять правильное решение и вот это предотвратить такую атаку. Яркий пример — Курская область. Россия что-то там знала, что-то предполагала, но в общем и целом украинцы скрыли свои замыслы, и Россия не нашла то, чем можно этим замыслам противостоять. А с другой стороны, на линии фронта, где что-то непрерывно висит, очень сложно такие вот замыслы скрытно подготовить и реализовать. Да что там говорить, Израиль 7 октября, обладая колоссальными разведывательными возможностями, намного большими, чем российские, Курской области, и, тем не менее, проворонил атаку, в общем-то, примитивного противника по той причине, что решения принимались неверно, были в плену иллюзий и неправильно трактовали разведывательную информацию. И произошла страшная трагедия, которую вполне можно сравнить с глубоким прорывом. В общем, все зависит от конкретных обстоятельств, что есть у разных сторон. И какая пропорция сил между этими сторонами, потому что всегда будут все равно более сильные противники, и никакие технологии не остановят более сильного противника, если он сможет реализовать свой потенциал. Ну, генерал Залужный имел в виду, что сейчас нет возможности у россиян и у нас наступать и выполнять такие задачи, как, например, за неделю продавить 150 или 200 километров. Ну, то есть, что как раз технологии, они мешают выполнению оперативных задач. Тут дело в том, что тут не только технологии мешают. Технологии, кстати, и помогают тоже. Если кто-то лучше воспользуется технологиями, это ему помогает. Тут во многое упирается и в то, что у россиян нет возможности, нет обученных и боеспособных частей, командиров, которые способны такого рода план нарисовать и такого рода план реализовать. Тут просто попросту еще нет таких возможностей и близко. С другой стороны, российская армия, используя тактику, которая была отработана в последний год, более-менее предусматривающая большие потери, продвигается потихоньку. То есть возможностей прорваться глубоко, если вдруг оборона не посыпалась, у них нету. По большому счету, последний случай, когда оборона посыпалась в прямом смысле слова на этой войне, это было Балаклейское-Изюмское наступление украинских вооруженных сил, когда этой обороны было просто недостаточно, и удар пришелся в очень уязвимое место. Сегодня у российской армии просто даже без связи с такими рода технологиями возможности ведения масштабных наступательных операций, призванных привести к какому-то глубокому прорыву, до сих пор они таких возможностей не продемонстрировали. Но, безусловно, технологии этому очень помогают. То, что во многих случаях поле боя и все, что за полем боя, прозрачно на постоянной основе, либо почти на постоянной основе, это огромная польза обороняющимся. Но важно понимать, что это огромная польза и для наступающих тоже потенциально, потому что и у них приличная ситуационная осведомленность, и это тоже отражается на том, как они реализуют свои возможности. Также Валерий Залужный сказал, что то, так чего мы все боялись, оно уже началось, имея в виду Третью мировую войну. Он говорит, что Россию в ее полномасштабной агрессии против Украины сейчас поддерживают Северная Корея, Иран и Китай. Давид, а как вы считаете, может ли 2024 год войти в учебники истории как год начала Третьей мировой? Ну, во-первых, Третья мировая война по определению подразумевает прямое столкновение
ведущих стран мира или заметной части мира. То есть на данный момент, если четко подходить к вопросу, Соединенные Штаты не ведут боевых действий ни с Россией, ни с Китаем, ни с комбинацией России и Китая. То есть ни НАТО не воюет с Россией и с Китаем. Кстати, даже прямая война между Россией и НАТО — это еще вопрос, считать ли ее Третьей мировой. Значит, еще один момент. Третья мировая война, вот если она в самом деле будет Третьей мировой войной, настолько нежелательно для всех потенциальных игроков, что даже сложно сказать. Почему? Потому что с большая вероятность того, что такого рода столкновение еще до того, как оно станет Третьей мировой, перейдет в всеобщую, в некую ядерную войну, масштабную, неограниченную. Масштабная ядерная война — это всемирная катастрофа, причем в отличие от Первой и Второй мировой войны, когда те или иные стороны считали, что они могут добиться успеха конвенциональным путем, глобального успеха, когда дело речь идет о применении ядерного оружия, успеха либо не будет ни у кого, либо у кого-то не будет никакого успеха, у кого-то будет такой успех, что это обойдется очень и очень дорого. Поэтому здесь, в современных реалиях, начинать такого рода войну, которая почти наверняка приведет в ядерную, это нецелесообразно. В любом случае, кто знает, в 26-м году или в 27-м году мы сможем узнать, началась ли в 24-м мировая война. Но что вам сказать? Во-первых, по поводу Первой мировой войны. Первая мировая война так никогда не называлась, а получила такое название годы спустя. Это была просто Великая война. Ну а что касается Второй мировой войны, вот давайте возьмем ее официальное начало. 1 сентября 1939 года война, безусловно, сегодня мы знаем, что она началась. Но даже через несколько дней, когда в войну вступили Англия и Франция на стороне Польши против Германии, это еще не была мировая война на тот момент. На тот момент никто не говорил о мировой войне. В мировую она перешла несколько позже, и поэтому только позже можно было ее официально задним числом обозвать Второй мировой и сказать, когда она началась. Так что и в нашем случае только задним числом, а вернее передним, если можно так выразиться, мы узнаем, что случилось в 24-м году в этом плане. Но Третья мировая война — это случай особый, и, как я уже сказал, ядерный фактор не то, что не стоит не забывать, он здесь превалирует. Давид, огромное спасибо вам за этот разговор, за то, что вы нашли время для эфира. Я желаю вам хорошего и спокойного дня. И напомню, что Давид Шарп был с нами на связи. Вы, друзья, обязательно поставьте свой лайк, напишите комментарий. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, хороших новостей и до встречи. Спасибо, Анастасия. Присоединяюсь к пожеланию хороших новостей и, конечно же, спокойного и хорошего дня. Всего наилучшего, зрителям.